здесь камеру. Вот. Да, шаббат шалом. С днем субботним, брат. Мы нас собрали на служение, собираемся. Да, слава Богу, привет всем святым. Да, все, кто будет на служении сегодня, на собрании. Я тоже, даст Бог, сегодня в еврейской мессианской общине побываю, даже не в одной. Здесь, в Киеве, их уже много собраний таких мессианских, еврейских. Это очень интересно, даже очень так отрадно на самом деле. В разных местах города собираются разные общины, вот, и открываются новые служения, слава Богу. Так что, значит, сегодня шаббат, сегодня день Господний, и сегодня действительно вот это благословляю всех вас во имя Господне, это радостью, благословение тоже, да, тоже аминь, аминь, благословение Господних, аминь. Потому как действительно есть в этом мире чудо шаббата, чудо субботы, великое чудо Господь совершает вот каждую неделю. Слава Богу. И две главных причины. Вот я сегодня, у меня две халы. Да, вот такие халы две замечательные. Очень вкусно пахнущие. Две халы по традиции, ну, или по-русски как плетенка, мы их называем еще обычно. Плетенка, да? В еврейской традиции мы их называем халой. Хала. И халы две. Почему две? Значит, ну, два еврея, да, интересно. Есть разные тоже объяснения, но потому как в пятницу выпадала двойная порция маны, мана, помните, да, вот в Библии описывается мана, значит, которая на вкус была как лепешка с елеем, а в другом месте написано как лепешка с медом. У меня здесь и елей есть. И мед есть, у меня здесь вот как раз, да, елей купил я, вот, значит, и мед, благословили меня там братья с Одессы. Вот, значит, поэтому у меня, да, вот, хала и с елеем, и с медом. Вот так вот, и также вот из синагоги здесь у меня вот плод виноградной лозы, сок у меня здесь, вот. Так что, да, кошерный сок прямо из Израиля. Значит, и вот именно мы совершаем кидуш, поднимаем бокал, значит, и, значит, преломляем там вот халу с благодарностью Господу. И действительно, в пятницу так вот получалось сверхъестественно каждую неделю. В Библии об этом описывается, рассказывается, да? Когда вышли мы из Египта, из рабства, то каждую неделю совершалось такое чудо. Мана, которая, она была совершенно недолгого хранения, абсолютно, потому что те, кто оставляли ее на другой день, допустим, она, ну, она просто гнила. Она, в общем-то, ну, да, на самом деле, она не была долгого такого сберегания, хранения. Но, интересно, в субботу не гнило ничего, да. И в пятницу выпадала двойная порция маны этой. Мана, значит, она падала вот где евреи были, где Израиль был, там падала и мана. Значит, и евреи собирали в пятницу двойную порцию, двойную норму. И в субботу она не гнила. И вот в честь двойной порции, добавка такая еще от Бога, добавка. Вот две халы принято. Ну и больше, конечно, их на столе обычно. Но две вот как бы как минимум мы берем. Благословляем Бога, благодарим Господа за все, во имя Христа Иисуса. Я как вот новозаветно верующий уже благодарю за Мессию, великого Мессию Израиля, Иешуа Машиаха, за Иисуса Христа. И совершаю вот кидуш во имя Господне. Этим добрым утром благословляю Бога, благодарю Бога Всемогущего за Его благодать, милость Его. И с удовольствием, превеликим удовольствием делюсь тем словом от Бога, которое есть в моем сердце. Три слова, те три слова, которые в начале этого месяца Хешван, они прозвучали в мою жизнь, в мою судьбу. И я не могу это держать в себе, я делюсь этим обязательно со всеми верующими и неверующими разными людьми все эти дни. И я говорю то, что тогда услышал в начале месяца Хешван, в новомесячье Хешвана. Я люблю тебя всегда, твой небесный
папочка. Я искупил тебя, твой брат Иисус Христос. Я всегда с тобой, Божий Дух Святой. Вот эти три слова, они перевернули мой мир, они изменили мой мир, мое христианство, мою веру, мою суть, вообще сущность, и меняют, до сих пор меняют. На протяжении всего этого месяца Хешвана, обычно он в традиции нашей такой еврейской, он именуется обычно Мар Хешван, то есть его такую приставку делают не очень хорошую, Мар Хешван, это буквально как Мар, это как горький, допустим, да, значит там, ну, нехороший как бы. И, в общем-то, много бед в библейские времена, вот то, что описано в Библии, выпадало как раз вот на этот месяц Хешван, так получалось, некоторые беды Израиля. Вот, но и уже вот в эту эпоху, уже современную эпоху, да, вот новую эру, в эти два тысячелетия также, к сожалению, да, в истории Израиля, в истории еврейской нашей было много проблем, много бед было, вот, и тоже как бы поэтому вот месяц, да и это, в этом месяце, тем более в Хешване, нет праздника вообще, вот, как таковых вот, ну, таких вот, обозначенных в Библии, библейских праздников, ну, конечно, суббота, безусловно, она есть в любом месяце, Господний день, самый первый праздник-то, вот, но мудрецы еврейские, древние, еще говорили, что вот этот Хешван, прозываемый часто Мархешваном, он будет однажды Барухешваном, благословенным Хешваном. И знаете, я зацепился за это слово у тех мудрецов, вот мне оно как-то так в сердце запало. И я вот молился как раз в конце месяца Тишри, значит, и вот как раз новомесячье было, месяца Хешван, то я молился о том, это лунного календаря, библейского календаря, еврейского. Вот в этом календаре, для тех, кто, может, не знает, ныне, уже второй месяц от сотворения мира, если считать, 5778 год на дворе, вот так вот, дамы и господа, братья и сестры. И вот я молился в новомесячье этого Хешвана, именно, знаете, провозглашая такие слова, мне как-то прямо это в сердце запало, вот, провозгласить такие слова. Я молился, ну, это молился приватно, конечно, но я это и братьям тоже рассказывал часто, значит, на самом деле, уже потом, уже по скриптум. Так вот, и, значит, я говорил так, что Господь, говорю, вот, он Мархешван часто вот в нашей еврейской истории являлся, но через Иисуса Христа, через Иешуа Машиаха, вот именно, знаете, я говорил так, что каждый месяц он благословенный, и Хешван, он Барух Хешван, благословенный Хешван через Иешуа Машиаха, через Иисуса Христа. И мне, как мессианскому верующему, как православному христианину, как служителю христианскому, знаете ли, мне очень действительно в сердце это, была эта молитва, и то, что произошло после этой молитвы, это просто было, ну, уму моему человеческому непостижимо. После этой молитвы я молился как раз вот в последний день уже Тишри, вот накануне вот как раз уже вступления в месяц Хешван. И знаете ли, вот и прямо ночью это было вот это вот как сновидение, не знаю даже как это назвать, это прямо ночью во сне. Я что-то слышал, я даже знаю, что слышал, но я в таком был возбуждении, таком, знаете ли, проснулся, но среди ночи, и, значит, и как отголосок вот это слово звучало, как будто моя мысль, но это явно не моя мысль. Я был в таком духовном возбуждении сильнейшем, значит, просто я не мог спать, и, значит, и я тогда поделился прямо, по-моему, даже ночью, я, ну, или утром я точно делился уже в сетях социальных с братьями, сестрами, и выставлял даже на стене это, значит, посты называются, да, значит, постил там, или как там, интересно, пост. Пост обычно у нас ассоциируется совсем с иным, но как бы в социальных сетях пост это совсем иное. Вот. Не постный пост. Вот, и, значит, ну, вот, я, значит, все это публиковал, значит, что действительно, что тогда прозвучало в мое сердце тихим голосом, как будто моя мысль, но это явно не моя мысль. Тем более она вот с такими подписями, как бы, такими была. Знаете, вот, которые чуть потише звучали, вот, сразу после вот этого каждого слова. Три слова было. Первое такое было.
я люблю тебя всегда. Знаете, вот всегда как оно как голосом, не голосом, как будто эхом таким, знаете, вот. И потом как подпись такая, вот, ну, тише намного звучало. Твой небесный папочка. А потом второе слово такое было. Я искупил тебя, твой брат Иисус Христос. И третье слово было такое. Я всегда с тобой, Божий Дух Святой. И знаете, я скажу, до сих пор я вот и понимаю, и не понимаю. Я перевариваю то, что тогда услышал. Оно с трудом до сих пор, вот уже сколько дней прошло, вмещается в меня все это. Знаете, я, с одной стороны, все это знакомо, и из Писания я это понимаю, знаю. Но одно дело знать это из Писания и понимать, и проповедовать на эту тему даже, и, значит, и говорить на эту тему, рассуждать. Но другое дело, когда это прозвучало вот так, вот как оно прозвучало, и это переворачивает жизнь христианскую, переворачивает тебя как мессианского верующего, переворачивает тебя как священнослужителя. Я делился этим в церкви уже, в собрании. И вот завтра, в воскресенье, у нас собрание здесь, в Киеве и в нашей Киевской архиепископии. Я буду делиться словом, как раз, значит, тоже, Боже, помоги. Хочу вот раскрыть эту тему, поделиться этим. Потому как я, ну, хотя понимаю, что слова, которые он говорит, это суть, дух и жизнь. Их можно повторять многожды разным людям, но чаще всего это непонимаемо, так как это бы прозвучало вот именно в сердце, ремой Божьей, от сердца к сердцу, от Божьего сердца к нашему человеческому сердцу. Благословляю вас, дорогие друзья. Вот, и благодарю Бога Всемогущего за милость и благость Его. Благодарю Господа за чудо. И вот эти халы, сейчас я буду их разламывать, поднимать кидуш и молюсь такими словами, которыми испокон веков мы молимся, с самых Моисеевых времен еще. Благословен Господь, Бог наш, Царь Вселенной, давший нам плод виноградной лозы. Я поднимаю, да, здесь немного остается уже, сок израильский виноградный из синагоги прям. И вот, значит, и поднимаю хлеб, и то же самое говорю о хлебе. Благословен ты, Господь Бог наш, Царь Вселенной, давший нам хлеб из земли. Слава тебе, Господь! Боже всемогущий, благодарю тебя за милость и благость твою, за этот шаббат, за эту субботу. Благословляю всех братьев, сестер во имя Христа Иисуса, Бешем и Иешуа Ганашиах. Благословляю всех вас, дорогие друзья. В 17:00 подключайтесь к такому запланированному уже, значит, трансляции запланированной, потому как пятницу, субботу и воскресенье я провожу теперь уже регулярно. А в планах вообще ежедневно проводить такие трансляции в 17:00 по киевскому времени. По московскому это получается в 18:00. Так вот, сегодня также получается суббота. Пока пятница, суббота, воскресенье провожу. Вот, значит, и посреди недели, другие дни недели я, значит, так, ну, будем так говорить, стараюсь, но не регулярно. Вот, а пятница, суббота, воскресенье регулярно уже выхожу, значит, в прямой трансляции, здесь вот на Ютубе. Вот, и сегодня вечером, в преддверии уже как раз вот служения воскресного, я буду, значит, рассказывать как раз тоже о реформации и о Кирилле Лукаресе, реформаторе. Вот, и в воскресенье вечером, уже по скриптам, уже после собрания, уже тоже буду делиться свидетельствами. Я не знаю, получится ли сегодня вечером и завтра вечером, но, в общем-то, обещал наш благочинный тоже быть у меня здесь, со мной в студии такой импровизированной. Может, даже вместе проведем вот этот эфир вечерний, сегодня или завтра, а может быть и сегодня, и завтра, даст Бог. Вот, может, кто еще из братьев посетит меня здесь, в моей келье. Пусть Бог благословит вас всех во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя.
Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. И ни в ком другом нет спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам людям, которому надлежало бы нам спастись. Слава нашему Спасителю и Искупителю, рода человеческого, пролившему за нас свою кровь, воскресшему ради нашего оправдания. Слава Богу! Благословляю всех вас, дорогие друзья! Радуйтесь, и еще говорю, радуйтесь, сорадуйтесь мне и радуйтесь в Господе всегда, непрестанно. Это есть сила наша, укрепление наше. Вот, и с таким Богом, слава Богу, рай, везде рай. И пусть Бог благословит всех вас, дорогие друзья. И вот в завершение снова скажу тех три слова, хорошо? Которые говорил я в течение этой, уже вот этого включения. И в течение этого месяца Хешвана я как раз и говорю об этом часто. Первое слово. Я люблю тебя всегда, твой небесный папочка. Я искупил тебя, твой брат Иисус Христос. Я всегда с тобой, Божий Дух Святой. Аминь. Слава тебе, Господь. Вот этих три слова, которые меняют мир. Благословляю всех вас, всех подключившихся, подключающихся, подключавшихся. Благословляю. И все это в записи теперь будет на канале моем. Во имя Иисуса Христа благословляю всех вас, во имя Господне. Из города Киева, Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлев, Реформаторская православная церковь Христа Спасителя. Шаббат шалом. Споем вместе, давайте, подпевайте. Шаббат шалом, субботний мир. Шаббат шалом, шаббат шалом. Шаббат, 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 шаббат шалом. Шаббат, 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 шаббат шалом. Шаббат, 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 шаббат шалом. Шаббат шалом, шаббат шалом. Шаббат, шаббат, шаббат шалом. Надеюсь, сейчас моя семья подключилась уже, супруга, детки. Если подключились уже онлайн, то благословение Господне всех вам. Благословляю всех. Вот, и слава Богу за вот интернет, за благословен Бог наш, давший нам вот и интернет, связь такую. И по скайпу, и вот и здесь вот на ютубе, в трансляциях тоже. Ну и так вот, конечно, за мобильную связь. И все это, конечно, великое чудо Господне этого времени. Мы, даже далеко находясь, порой друг от друга можем быть близки вот таким образом. В общении, в молитве часто встречаться, так мы можем в гости даже так вот ходить. Замечательно, слава Богу. Конечно, это не заменяет реального, настоящего общения, но это как хорошая добавка такая, хорошее дополнение к нашей христианской дружбе, к семейной, общению семейному и дружескому, братскому, сестринскому общению. Филадельфия Божья. Слава Богу. Так что подпевайте, друзья, споем. Шаббат шалом. Шаббат шалом, шаббат, 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 шаббат шалом. Шаббат шалом, шаббат шалом, шаббат, шаббат, шаббат шалом. Шаббат, 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 шаббат шалом. Шаббат, 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 шаббат шалом. Шаббат шалом. Шаббат шалом, шаббат, 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 шаббат шалом. Шаббат шалом, шаббат шалом, шаббат, 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 шаббат шалом. А теперь споем все вместе, давайте. От Авину Хай, наш Отец живой, а потом Ам Израиль Хай, и народ наш Израиль жив. От Авину Хай, от Авину, Авину Отец, от Авину Хай,
Од авину, од авину, од авину хай. Ава, авину хай. Од авину хай. Од авину, од авину, од авину хай. Ам Израиль хай. Ам Израиль хай. Ам Израиль хай. Ам Израиль хай. Од авину хай. Ава, авину хай. Од авину хай. Ам Израиль хай. Ам Израиль хай. Хай. Эйвену шалом алейхем. Эйвену шалом алейхем. Эйвену шалом алейхем. Эйвену шалом, шалом, шалом алейхем. Я вам желаю всем мира, я вам желаю счастья, всем я желаю мира, мира, радости, счастья в Господе Христе. И благословляем Иерусалим. Давайте благословим все вместе Израиль и столицу Израиля, город Иерусалим. Шалом, шалом, Иерусалим. Шалом, шалом, Иерусалим. Иерусалим, шалом, мир, Иерусалим. Шалом, шалом, Иерусалим. Шалом, шалом, Иерусалим. Шалом, шалом, Израиль, Иерусалим. Шалом, шалом, шалу шалом, Иерусалим. И завершаем все вместе. Шаббат шалом. Шаббат шалом, шаббат шалом, шаббат, 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 шаббат шалом. Шаббат шалом, шаббат шалом, шаббат, 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 шаббат шалом. Шаббат шалом, друзья, субботний мир. Замечательные халы, такие прям очень вкусно пахнущие, замечательно. Жалко, вот я говорю, жалко, нет таких еще технологий, чтобы, вот, наверное, будут такие скоро, но чтобы передавали запахи, все эти ароматы, знаете ли, это прекрасно. Но самое главное, в Духе Божьем мы преломляем хлеб сегодня жизни, не просто халу даже, знаете ли, вкусную, прекрасную такую, такую ароматную. А сам хлеб жизни, Иисус Христос, вот немного подержал в руках халу, уже руки пропахли этим хлебом, этой халой. Замечательно. Да, один из самых вкусных вообще запахов вообще на земле, из всех существующих запахов, это запах хлеба. Это просто прекрасно. Вчера заходил опять, грузинский хлеб покупал, еще взял лаваш грузинский, вот, и я все время благословляю, молюсь, значит, и зашел, значит, а там, значит, это, у них настолько все там пропахло этим хлебом, настолько вот, и все, и пекарня, и я все время благословляю, говорю, вас благословенно, говорю, работа у вас, хлеб людям давать, жизнь, будем так говорить, хлеб, и для меня хлеб это сам Иисус Христос в первую очередь, сам Иешуа Машиах, вот, и... Как раньше говорили, помните, да, в советское время, хвала рукам, что пахнут хлебом. Мне это очень тогда в детстве так вот запомнилось, я помню, на этих линейках всевозможных и на построениях, вот когда вот нам говорили, вот эти слова, эти стихи декларировали мы, хвала рукам, что пахнут хлебом. Вот сейчас мои руки тоже пахнут хлебом. И когда хлеб жизни, сам Иисус в наших руках, да, он, значит, действительно вот преломляем нами, то наши руки, они пахнут хлебом. Жизни, жизнью, самим Иисусом Христом. Пусть Господь благословит, хвала хлебу жизни. Вся хвала, вся слава тому, кто действительно является с большой буквы настоящим хлебом жизни.
И хвала рукам, что пахнут хлебом. Это в первую очередь, это его руки. Это его руки. Его рукам. Его рукам хвала. Потому что он дает хлеб жизни нам. Он протягивает свою жизнь и дает ее нам. Преломляет ее и дает ее нам, верующим. Преломляем хлеб сегодня. И совершаем это хлебопреломление во всей своей жизни. В течение всей своей жизни. Вот. Не просто как обряд. Как обряд, как церемония церковная, община. Это может быть и раз в год, или как в некоторых, допустим, заведено конфессиях. Или раз в месяц, допустим. Или раз в неделю. По-разному. Знаете ли, совершается это церемониально. Но не церемониально, а реально. По-настоящему. Не понарошку, а по-правдушному. Оно совершается каждый день. Каждый день. Каждодневно. Преломляем этот хлеб жизни. Изучая слово. Погружаясь в него молитвой. Вот преломляя хлеб, вино, вот именно в собрании вот, семьи, домашнем собрании, мы преломляем именно эту жизнь его. И всякий раз, когда мы едим, пьем, мы смерть Господню возвещаем. Я все, я даже когда борщ ем, или что еще, я говорю: Господь, я действительно блажен, кто вкусит хлеба в царстве Твоем, а я вкушаю хлеб, и все, вот то, что я ем, это в царстве Твоем, вот, и во славу Твою. Вот, и самое главное, конечно, не просто качество вина или хлеба, а самое главное, что действительно Христос в нас. И вот я делился тоже, да, кто смотрел вчерашнее мое вот видео, вот я делился тем, что таким вдруг здесь пропал по парку, прогуливался парк Киото здесь в Киеве. Значит, и представляете, значит, тоже о названии книги размышлял, молился. Вот, потому что очень так вот это все для меня очень как бы интимно, индивидуально очень и очень личностно. Я потому что сейчас пишу, я писал свидетельство свое, кто читал, наверное, уже, многие, наверное, читали мое свидетельство. Кто не читал, почитайте в интернете, наберите просто «Мой путь к живому Богу». Сергей Журавлев, вот ваш покорный слуга, «Мой путь к живому Богу». Вот, и там, это давно уже я написал свидетельство свое. Еще в конце 90-х, по-моему, писал. В 2003 году я добавил еще, там еще дополнил. Вот тем чудом с мальчиком. Первый случай в моей жизни, когда воскресенье было из мертвых. Вот, и полное исцеление было очень быстрое мальчика во время ДТП. Это было здесь, в Украине. Значит, я с Киева ехал, значит, через Сумскую область в Россию, значит, в Орел. Значит, и вот по дороге это все произошло в Сумской области. И сбил подростка, но Бог совершил чудо и его воскресил, и очень быстро, в течение там 10-15 минут, полностью его исцелил, хотя раны были несовместимы с жизнью и прочее. Но это я об этом написал. А теперь готовлю уже полную книгу, значит, подробную. Вот, и название очень трогательно. Название пришло на сердце. Знаете, как назвать? Будет на иврите написано сверху, и на русском будет написано. На иврите «Они ледоди ведоди ли». По-русски. «Я принадлежу моему возлюбленному. Возлюбленный мой принадлежит мне». Это из книги «Песни песней». 6 раздел, 3 стих. «Пусть Господь Бог благословит вас всех. Во имя Иисуса Христа благословляю. Бешем и Ишуа Гамашиах». Из города Киева, с нашей Киевской архиепископии. Божьей милостью архиепископ Сергей Журавлев. Реформаторская православная церковь Христа Спасителя. Или как еще там в сети нас обзывают, ересь жидовствующих. Но, а, кстати, да, тоже ведь так называли многих христиан православных вот тогда, в средние века, которые вот ревновали о Слове Божьем, читали Слово Божье, вот корням веры, еврейским корням веры, интересовались корнями веры своей, библейскими корнями, еврейскими корнями. Вот, в семинарах своих по истории христианства я подробно рассказываю так, ну, насколько это возможно, вот об этом движении, значит, и о других движениях реформаторских, православных. Вот, а воскресенье на служении буду вспоминать блаженной памяти вот святителя Божьего, мужа Божьего, патриарха Кирилла, который поднял знамя реформации в православном мире. Вот, я очень Богу благодарен за этого мужа Божьего, патриарх Кирилл Лукарис. Он в 17 столетии, через 100 лет после Лютера, поднял знамя, на самом деле, на Востоке. Будучи патриархом Вселенским, поднял знамя реформации на православном Востоке. Вот, и это великое чудо произошло тогда. Вот, и сегодня нам есть что вспомнить. Знаете ли, он родился 13 ноября
Кстати, вот вчера был день рождения Мартина Лютера. Вспоминали мы великого реформатора Западной Церкви. 10 ноября у него день рождения. Вот в календаре нашей церкви, реформаторской православной церкви, есть тоже его имя. Вот, и день Мартина Лютера у нас отмечен в календарях нашей церкви. А 13 ноября, то есть вот рядом по соседству, день памяти, вот, день рождения патриарха Кирилла. Патриарх Кирилл Лукарис. Патриарх Кирилл Лукарис, который жил, получается, в конце 16-го, начало 17-го столетия, который поднял знамя реформации на Востоке. Это был наш православный такой Лютер, будем так говорить, или Кальвин, то есть, ну, реформатор, действительно. Пусть Бог благословит вас всех. Сегодня вечером об этом будем говорить, вот, и я буду говорить, наверное, с отцом Алексеем, нашим благочином. Посмотрим, если получится у него быть у меня вечером здесь. Вот, и в воскресенье вечером. Сегодня в субботу вечером и в воскресенье вечером. А вообще, в 17:00 по киевскому времени, напоминаю вам, друзья, подключайтесь. Пятницу, субботу, воскресенье. Вот вчера была трансляция. Вот, значит, утренняя сегодняшняя трансляция, это такая непланированная трансляция. Я так время от времени выхожу во время шаббата онлайн. Или в другие даже дни бывает выхожу онлайн в эфир. Именно делясь Словом Божьим, откровением Слова Божьего. Вот, люблю это делать, очень люблю делиться Словом Божьим с верующими и всеми, и неверующими, всеми людьми. Слава Богу! Пусть Бог благословит вас! Шаббат шалом! Уже светает, уже, хотя пасмурно на улице, сегодня в Киеве, но... Главное на сердце, чтобы не было пасмурно, было солнечно, солнце правды, Христос. Шаббат шалом! Шаббат шалом! Шаббат, 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 шаббат шалом! Шаббат шалом! Шаббат шалом! Шаббат, 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 шаббат.